28-летний Потап Алексей Потапенко облюбовал Мексику для новогодних каникул со своей молодой супругой, 32-летней Настей Каменских. К ним прилетела бывшая жена артиста, 41-летняя Ирина Горовая, с детьми. Рэпер и его жена наслаждаются отдыхом на курорте Канкун. Музыканты загорают и изучают местные достопримечательности. При этом Настя радует поклонников откровенными кадрами. К паре присоединилась бывшая жена Потапа, Ирина Горовая. Она прилетела в Мексику из США с двумя детьми. Брюнетка воспитывает 22-летнюю дочь Наталью от первого мужа, певца Юрия Горового, и 11-летнего сына Андрея, который является наследником Потапенко. После развода мальчик остался жить с матерью. Ирина с детьми путешествуют по Мексике. За несколько дней они уже побывали на самых высоких точках страны, посетили музеи. Горовая рассказала, что любит путешествовать со своими детьми. «Обожаю их, они дают столько энергии, любви, нежности, восхищения, очарования и искренности, что аж дух захватывает. Мои самые любимые и настоящие дни – путешествия с Наташей и Андреем», – пояснила Ирина. Сын Потапа встретился с ним на курорте. Мальчик привез отцу из Америки в подарок кепку и футболку. Андрей и рэпер вместе позагорали на пляже и поплавали на волнах. Поклонники отметили, насколько сильно мальчик похож на отца. Копия папки, Андрей весь в вас, как две капли воды, какой у вас торс, Алексей, соблазнительный образ, очень любвеобильный, написали фолловеры. Настя Каменских тем временем показала пляжный наряд. Певица позировала в кружевном черном топе и цветной юбке. Артистка заплела себе африканские косички и сделала яркий макияж. Бывшая супруга Потапа представила еще более откровенный наряд, как бы соревнуясь со своей знаменитой соперницей. Ирина похвасталась роскошной фигурой в пикантном красном купальнике. Брюнетка заколола волосы и предпочла сдержанный макияж на отдыхе. Настя ответила Ирине. Она сняла откровенное видео в бассейне у отеля. Артистка снялась в пикантном черном купальнике, украшенном пайетками. Каменских погрузилась под воду под мотив песни Билли Айлиша в рисунке «I Wanted» «Все, что я хочу». В конце мая Алексей Потапенко женился на своей коллеге, Насте Каменских. Пара отпраздновала свадьбу в ресторане Киева. Горовая пришла на свадьбу бывшего мужа с новым возлюбленным, бизнесменом Евгением Артюховым. Она страстно целовалась с мужчиной прямо на торжестве Потапа. Алексей и Ирина поженились в 1999 году. Спустя 9 лет у них родился сын Андрей. В 2016 году пара развелась. Горовая сохранила дружеские отношения с мужем. Она по-прежнему считает музыканта родным человеком и позволяет ему видеться с сыном.